что вы туда провалились случайно. Это очень маловероятно, но в крайнем случае... Я прыгну туда! Всем здравствуйте, с вами Хифик, и что же мы сейчас с вами будем делать? А мы будем с вами играть в игру про Рикардо Милоса. Вот это я понимаю. Да, но что, если вам я скажу то, что такой игры просто не существует? Ты втираешь мне какую-то дичь. И как бы, зачем ты вообще делаешь это видео, вы, наверное, спросите. А я отвечу, то что мы сейчас с вами не только будем играть в эту игру, но мы ее сейчас и как раз таки сделаем. Ну интересно ведь, правда? Короче, вот некоторые кадры из нее. О, давай, беги за мной, беги, давай. О, привет, пока. Блин, нет. Ну, короче, поехали. Короче, запускаем игровой движок Unity. Ссылка на него, если что, будет в описании. Так, сейчас бандикам запущу. Короче, вот, запускаем Unity. Ждем, пока оно запустится. Вот у нас запустился лаунчер, и теперь мы создаем новый проект. Вот сюда вот тыкаем, пишем имя. Несложно догадаться, думаю, какое сейчас мы имя напишем. Добавим также приставку «хоррор». Он у нас будет 3D, так что здесь должно быть 3D. И, в принципе, все. Теперь можно тыкать на вот эту кнопочку и создавать тем самым проект. Ну вот, у нас все запустилось, и что нужно теперь нам сделать? А теперь нам нужно импортировать ассеты, короче, там, да, то есть мы скачаем там карту для нашей игры и еще некоторые шняшки. Короче, идем вот сюда, вот, блин, я опять бандикам забыл запустить, как это так? Ну как это так? Вот, идем в этот Asset Store. Если у вас нету этого окна, то нажимайте вот сюда, вот, и сюда, вот, вот, Asset Store. Тык. Отлично, он запускается. И что теперь? А теперь мы ждем, пока он запустится. Ищем здесь вот такой вот Asset Basement and Sewerage Modular Location. Ладно, это я специально так прочитал. На самом деле, с английским у меня, ну как, хорошо. Today, сегодня, мы all serious to talk in English language. Yes, Колян? Хуёво ты, блядь, сказал всё, да? Короче, вот тут мы это все скачиваем, делаем, импортируем в наш проект. И что нам еще нужно? Также нам нужны стандартные ассеты, без них сейчас вообще никуда. Так что мы их тоже скачиваем и импортируем. Пока что с Asset Store мы больше не будем ничего скачивать. Но нам еще понадобится. Это, собственно, сам Рикардо Милос. Короче, вот где он у нас тут? Вот он, ссылка на него, естественно, будет в описании. Короче, уберем, перетаскиваем его прямо в Unity, вот сюда вот в проект, да. Нажимаем импорт и все. Отлично. Заебись. Четко. Ну а теперь мы пойдем вот в эту папочку, да. Basement. Здесь мы найдем просто вот такую вот сцену и запустим ее. И теперь здесь мы можем полетать, посмотреть, что у нас тут есть. В общем-то, вот такая вот красивая карта у нас здесь, типа как лабиринт, что ли. И да, что теперь? Ну а теперь мы сделаем так, то чтобы на нашей этой карте был какой-то персонаж, с которого мы могли играть. Чтобы это вообще сделать, просто идем в папку Standard Assets, здесь мы идем в папку Characters, идем в папку First Person Character, и здесь мы идем в префабы и находим в такой вот объект FPS контроллер. Короче, перетаскиваем его на нашу сцену, немного поднимаем его вверх, то у нас что-то в полу он заспавнился. Ну, теперь мы можем даже уже протестить то, что у нас получается. Вот мы заспавнились.
И теперь вы, наверное, сейчас видите то, что тут так лагает немножечко жестко. Но это не из-за того, что как бы такая супер-пупер затратная карта. Это на самом деле мой компьютер, да. Плюс еще и запись. И тут FPS, соответственно... Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Вы, наверное, заметили то, что тут как-то темноватенько, так что добавим нашему персонажу фонарик. Короче, выбираем нашего персонажа, тыкаем на него правую кнопку мыши, идем в пункт Light, и здесь выбираем Spotlight. Это вот такой вот светящийся свет. Давайте увеличим угол и сделаем более интенсивным наш фонарь. Можем даже немного его повернуть вот вверх, вот так вот, да? Так, я думаю, будет получше. И что дальше? И осталось добавить самого Рикардо Милоса. Самое как раз таки интересное. А теперь самое интересное. Для начала мы опять пойдем в папку Standard Assets Characters. Только здесь уже пойдем не First Person Character, а Third Person Character. И здесь мы опять переходим в папку Prefabs и находим здесь вот такой вот объект. Это у нас будет основа нашего Рикардо. Сейчас мы сначала полетим в точку сцены, на которую мы хотим заспавнить нашего Рикардо. Короче, где-то... Короче, вот здесь вот мы его заспавним. Короче, берем, тупо перетаскиваем его сюда. Вот такая вот у нас здесь моделька. Конечно, на Рикардо это сейчас не похоже, но это мы исправим. Немного увеличим этой модельке масштаб, поднимем его вверх. И что дальше? Ну а дальше теперь мы заменим модельку на Рикардо Милоса. Как это вообще сделать? Для начала пойдем посмотрим на дочерние объекты этого персонажа. Возьмем их и удалим. Бац. Бац, 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 брить. Бац, бац, бац. Ай, блин, точно. Для начала нам нужно сделать вот такую вещь. Нам нужно сделать unpack префаба. Вот так вот, короче, это делается, да? Теперь это у нас обычный объект, не связанный больше вот с этим объектом. Короче, удаляем его объекты. Блин, у меня сейчас телефон разрядится через 30 секунд. А что если я сейчас не... А вот я вернулся, немножечко подзарядил свой телефон. Короче, поехали дальше. Дальше мы заходим в папочку Players. Здесь мы идем в папочку Рикардо Милос и находим здесь такую модельку Рикардо и перетаскиваем ее на этот объект. Отлично. Дальше нам нужно его увеличить, да, опять. А еще нам нужно поменять вот здесь вот аватара, то есть, так сказать, кости нашего персонажа. Нажимаем на вот этот кругляшочек и выбираем здесь Рикардо аватар. Отлично. Если мы сейчас запустим нашу игру, то мы увидим то, что у нас грузится сейчас Unity, да. Без этого сейчас никуда, но все-таки это из-за того, что у меня сейчас, ну уж очень слабый пикат. Я сейчас расплачусь. И если мы сейчас запустим нашу игру, то мы заметим то, что наш Рикардо начал быть человеком, так сказать. Вот он у нас кого шевелится, да, пока что у нас он не ходит, потому что у него нет, так сказать, цели, куда ему ходить, но сейчас мы это все сделаем. Короче, да. Ну а дальше идем, пролистываем вниз, и здесь мы видим такой скрипт, который у нас называется AI Character Control. Сюда нам нужно перетащить нашу цель. То есть наша цель — это наш FPS-контроллер, то есть наш игрок. Ой, у меня там каша сейчас приготовилась. Сейчас подождите секундочку, я приду. В общем, короче, перетаскиваем нашего игрока вот сюда вот. И теперь наш Рикардо будет следовать именно за ним. Короче, идем в Navigation вот сюда вот, да. Если у вас нету этого окошка, то его добавить очень просто. Сюда вот. И вот сюда вот. Теперь мы идем в пункт Bake, нажимаем на эту кнопочку, и теперь после этого у нас появляется вот такая вот синяя фигня. Короче, по этой синей фигне наш Рикардо сможет бегать. И теперь как бы по ней он сможет определять близкий путь к нашему игроку.
Только мне кое-что тут не нравится. Это вот такие вот моменты, когда вот, ну, вот видите сами, да? То есть тут наш Рикардо, ну, тупо не сможет пройти. И чтобы такого не было, короче, поковыряемся немножечко в настройках. Совсем немножечко. Просто вот этот параметр мы немножечко уменьшим. Вот на столечках, да. И нажмем Bake. И вот так, я думаю, будет уже намного лучше. Окей, с этим мы разобрались. Можем даже посмотреть то, что у нас получается. Я пока что кашу свою поем, гречневую. Так. Ждем Рикардо. Он сейчас, по идее, к нам прибежит. И вон он к нам бежит. Просто замечательно. Ну, а что дальше? Ну, а дальше я хочу сделать в начале такой как бы телевизор с Рикардо Милосом, чтобы он там танцевал, чтобы еще там какая-нибудь прикольная музычка играла. Слышите? Музычка. Это я играю. Как вы понимаете, я кое-что знаю. Танц. Короче, для начала давайте найдем телевизор. Я его буду искать в Asset Store. Прям так наберу TV, блин, TV. И добавлю также приставку Free. Короче, вот прям сразу по первой ссылке мы переходим. Бац. Бац, 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 брить. Бац, бац, бац. Ждем. Я пока что кашу свою поем. Отлично. Вот, слез. Пошел дальше. Короче, тоже скачиваем, импортируем. И после импорта мы переходим в папку TV. И здесь мы переходим в папку Prefab. И находим здесь наш TV-бокс. Короче, вот сюда его перетаскиваем. Прямо на этот ящик. Немного поворачиваем. И что дальше? Дальше нам нужен видос с Рикардо Милосом. Собственно говоря, он у меня уже есть. В общем-то, просто перетаскиваем его в нашу юнику, вот сюда вот. Теперь мы нажимаем на кнопочку Create, выбираем здесь 3D Object и выбираем здесь QAT. В общем-то, передвигаем этот QAT к экрану телевизора, чтобы казалось то, что это и есть экран. Короче, вот так сойдет. И что дальше? А дальше мы просто берем наш видос с Рикардо Милосом и перетаскиваем его на этот объект. У нас на этом объекте создается такой компонент, который называется видеоплеер. Короче, я здесь сделаю одну настройку, вот эту, mute, короче, чтобы заглушить звук на этом видео. Потому что там есть музыка с авторскими правами. Окей, можем даже уже проверить то, что у нас получается. Бац. Бац, бац, бац. Да ты заебал. Запускаем, опять ждем. Я пока что, как всегда, ем свою кашу. Да. Вот поменем, да? И вот у нас танцует Рикардо Милос. Такой лагает, это не заспомнит, это страшно. Ну а дальше нам нужен скример. Чтобы его вообще сделать, нам нужен тоже видос. В моем случае у меня будет вот такой вот скример, сейчас я его покажу. Не спрашивайте, что там делает Куплинов. Просто, ну просто так получилось, как-то, я не знаю, случайно. Что дальше, короче? Ну а дальше нам, к сожалению, нужен скрипт. Да, я понимаю то, что не все понимают скрипты, далеко не все. Нихуя непонятно, блядь, нихуя, что это за хуета, блядь? Ну, если вы сейчас что-то не поймете, это не пугайтесь, это абсолютно нормально. Короче, берем. Переходим к нашему Рикардо Милосу, нажимаем Add Component, создаем вот так вот новый скрипт, придумываем ему название, допустим, ну так и назовем Скремер, Скремер. Хуёво ты, блядь, сказал всё, и создадим скрипт. В общем-то, вот у нас этот скрипт, я его уже написал, сейчас объясню, что здесь к чему. Короче, вот у нас здесь есть сам этот видеоплеер, который будет проигрывать скример, который называется «Видео». И что дальше? А дальше здесь есть такая функция, как «On Collision Enter», которая вызывается при докасании до объекта. То есть мы коснулись, вызывается эта функция. Дальше мы проверяем тег объекта, до которого мы дотронулись. То есть, если мы дотронулись до игрока, то мы проигрываем видео. Да, то есть мы проигрываем здесь скример.
пока что не обращайте на эти первые две строчки, это пока что не важно, потом сейчас расскажу, зачем они нужны. И запускаем Куротину Restart. То есть вообще, что такое Куротина? Куротина позволяет делать то или иное действие через некоторое время. То есть она позволяет тупо, допустим, через 5 секунд перезагрузить уровень. То есть то, что мы сейчас и тут и делаем. То есть вот, мы ее вызываем, и дальше говорим то, что подождать 5 секунд нужно. И после этого мы запускаем сцену под индексом 0. Как бы, что за индекс 0 вообще? Откуда мы его взяли? Смотрите, пойдем сейчас вот в файл build settings, файл build settings, короче, нажимаем add open scenes, и тем самым мы добавляем в нашу игру открытую сцену, то есть нажимаем add opening scenes, и у нас добавляется вот эта наша сцена, и тут вот пишется также индекс ее, и получается вот здесь вот мы просто загружаем вот эту сцену, то есть просто перезагружаем наш уровень. А теперь давайте я расскажу, зачем вот эти две строчки и также зачем здесь еще функция старт со своими тремя строчками. Короче, рассказываю то, что если просто взять и запустить видео, то оно, скорее всего, проиграется как бы не сразу. Игра тупо подумает и через некоторое время возьмет и запустит это видео. Ну а скример, соответственно, должен появляться сразу. И как бы, чтобы такого не было, то мы в самом начале просто тупо берем и проигрываем это видео, чтобы оно у нас как бы прогрузилось. Короче, мы его проигрываем незаметно. То есть мы берем, устанавливаем на видеопроигрывателе то, что он у нас должен заткнуться. Также мы говорим то, что он должен стать невидимым. И проигрываем наше видео. И после того, как у нас должен появиться скример, мы берем, включаем все обратно, включаем то есть звук обратно. И делаем наше видео непрозрачным. И после этого проигрываем видео и запускаем Куротину Restart. Вот в принципе и все. Думаю, очень понятно. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ну, теперь, короче, поехали дальше. Ну, а дальше нам нужно опять создать видеоплеер. Нажимаем на кнопочку Create. И здесь мы ищем пункт видео. И здесь мы создаем видеоплеер. Перетаскиваем наш скример вот сюда. Вот я его уже перетащил в проект. Думаю, это уже не нужно особо показывать. Просто берешь и перетаскиваешь его в Юньку. Тут, я думаю, все понятно. Ну, окей. Теперь, что тут мы делаем? Мы убираем галочку на Playing on Awake, то есть, чтобы наше видео тупо не проигрывалось сразу. И Render Mode мы указываем Camera Near Playing. Короче, перетаскиваем сюда нашу камеру, да. Она, если что, у нас находится на игроке. Вот здесь вот, да. И как бы, что это вообще значит? То, что наше видео будет тупо проигрываться прямо перед камерой. И все, в принципе, все, да. Можно проверить, что у нас получается. Я пока что покушаю свою кашу, естественно. А то она остынет скоро. О, блин. Сказать, там ошибка. Также нам еще нужно перетащить наш видеоплеер на скрипт. Вот так вот, да. И все. Готово. Отлично. Поехали запускать. Я пока свою кашу ем. Опять. Лагает PCS вообще. Ну, это, конечно, из-за моего компа, ну, из-за съемки. Опа. А где скример? Алло. А, точно, мы же не указали тег у игрока. Ну, мы же там проверяем, типа, если у нашего игрока тег player, то только в этом случае мы вызываем наш скример. Короче, выбираем тег player для нашего игрока. И отлично. Проверяем. Ой. Это чистая случайность. Правда. Жду Рикардо. Так, давай, беги. Жду тебя. Опа, привет. Так, отлично, работает все. Отлично, просто отлично. Что дальше? Короче, я хочу еще кое-что пофиксить сейчас, по-быстренькому. Это касается Рикардо, то, что он как бы сразу за нами бежит, сразу у нас находит, это как бы не очень прикольно. Короче, чтобы это исправить, мы будем... Блин, я мусорку уронил. Да, у меня мусорка на столе стоит, это очень логично. Но она маленькая, это нормально. Ладно. Короче, чтобы Рикардо наш сразу не находил, мы кое-что добавим в один скрипт у Рикардо Милоса. Короче, вот идем к Рикардо Милосу.
спускаемся пониже и находим здесь такой скрипт, а и характер контрол. Короче, нам его нужно немножечко исправить, там совсем маленечко. Короче, для начала мы добавим переменную max distance, то есть на какой максимальной дистанции наш Рикардо будет нас находить. Да. И дальше мы проверяем, если дистанция между позицией цели, то есть нашим игроком, которого мы указали вот здесь вот, и позиции Рикардо Милоса меньше, чем max distance, то есть максимальной дистанции, то как бы наш Рикардо начинает на нас вести охоту. А в противном случае, если как бы дистанция больше, то Рикардо Милос отдыхает. Окей, давайте проверим то, что у нас получается. Только для начала укажем в этом скрипте максимальную дистанцию. Блин, мне молоко упало. Чё у меня всё падает-то, а? Алё. Значит, указываем, допустим, 20, да? Ну, теперь только на этом расстоянии он нас будет видеть. Короче, также ещё нужен музон на телек, я думаю. Думаю, он сойдёт. Давай, чё ты тупишь, а? Быстрее. Давай. Вот, все отлично. Короче, берем, перетаскиваем нашу эту запись на наш телек. И теперь нужно немножечко ее настроить. В общем-то, нам нужно вот в Special Blend выставить ползунок в 3D. Зачем нам это нужно? Это нужно для того, чтобы наша запись как бы звучала то в одном ухе, то в другом. Также, чтобы она еще затухала, когда мы отходим от этого звука. Короче, также еще нужно вот здесь вот тоже настроить, выбрать line роллов и поставить максимальную дистанцию. В моем случае максимальная дистанция будет 10. И мы видим то, что вот такой вот у нас синий круг у нас образовался. То есть на этом расстоянии мы будем слышать наш звук. Короче, и вот у нас все работает. То в одном ухе, то в другом. Подходим ближе, у нас все громче. Идем, у нас все тише и тише. Отлично. Также давайте еще добавим какой-нибудь такой ветерок на нашу сцену. Короче, перетаскиваем его в юньку. Опять, естественно, ждем. Берем, перетаскиваем его на вообще рандомный, в принципе, объект. Короче, здесь мы оставляем так, как все тут и есть. Только единственное то, что мы здесь поставим, это луп, чтобы наш звук тупо повторялся раз за разом. Также мы еще и для нашего телека то же самое сделаем, чтобы у него музон тоже повторялся. Так что тоже нажимаем на этот пункт и проверяем. Уходим, и у нас теперь один только ветер. Осталось только взять и сбилдить наш проект. Нажимаем файл. Build Settings, и здесь мы берем и нажимаем Build. Выбираем папку, куда мы это все дело сделаем. Лично я создам отдельную папку для этого, да? И сохраню все сюда. И теперь осталось просто ждать. Фух, где он? Да где он, алло? Куда я забрел? Вообще непонятно. Ну где ты? Где ты прячешься? Объясни мне, пожалуйста. Куда ты спрятался? Ты что, боишься меня? Я не понимаю тебя. Где ты? Объяснитесь. Пожалуйста, где вы? Где вы? Где вы? Я вас ищу. Пожалуйста, найдитесь. Я вас так... А может вы туда упали, а? Может вы туда провалились случайно? Это очень маловероятно, но в крайнем случае... Я прыгну туда! Я не знаю, что с ним произошло, но он лагает жестко. Блин, ты осторожно, пожалуйста. Блин, фух, осторожно. Он, видимо, боится этой сетки почему-то, я не знаю. Да давай уже, я хочу скример, я уже хочу, блин, я спать хочу, давай. Нападай. Опа. Блин. О, давай, беги за мной, беги, давай. О, привет, пока. Блин, нет.
Ну все, я, в принципе, даже не испугался, если честно, как-то, ну не знаю. Я не испугался, вот серьезно. Кстати, голосуйте за следующий ролик вот здесь вот, вверху. И, кстати, да, не забывайте про комментарии, то, что абсолютно каждый комментарий попадает в следующий видос. Абсолютно каждый. Понятно то, что он не хейтерский, ну это понятно, думаю, и так, короче. Тыкайте вот на самое новое видео вот здесь вот. Ну, если, конечно, это не самое новое видео, которое вы сейчас смотрите. И также подписывайтесь на канал. Да, вот сюда вот тыкайте, да. Ну да, всем удачи и всем пока. Я спать хочу, кобздец просто.